Смотри, давай пошли.
О, смотри, Валагусу. А ну его тоже на вашу. А давай. А, не, она у него уже есть. Ладно, давай ты нам зубной пас. А давай, давай, давай. А ну-ка, прочь, с вас о, тихо, тихо, смотри, Дима, начну с Дима, давай. Я да все, все, на поклон уходим, давай. Новости дня. В общежитии университета появилась новая валюта. Один ролтон. Итак, следующий день Артур Качок устроился шашлычную. Мало кто знает, но у украинцев в машине только две педали. Следующий тур на почве шахматиста. Вот это да, я в проигрышном положении. Что же делать, что же делать? О, придумал. Смотри, собака, видишь? Ну да. Это чья собака? Ты чья? Согласен. Yes. Наши почтения! А теперь печальным новостям. Директор АвтоВАЗа, директор АвтоВАЗа. Следующая миниатюра – покемоны играют в карты. Эй, Пикачу, будешь в карты? Я не понял, что мои щи делают волосы? Щи волосы! Щи волосы! Щи волосы! А спонсор нашего выступления – казахские логопеды. Казахские логопеды – кыбырдыш, кыбырдыш, крутым. Случай в семье афроамериканцев. Сынок, мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. Я слушаю, мама. Вчера я убиралась в твоем бунгало и нашла под кроватью, знаешь что? Знаешь, что я нашла? Волейбольный мяч. Мама, это не мое, мне подкидывай. Сына, что с тобой не так? Что с тобой не так? А еще, вчера я подумала, что у твоих друзей одногендовцев нормальные имена, между прочим. Экзибит, 50 Cent. А у тебя какой-то лейкопластер. Мама, я градпластер! Ладно, сегодня твой день рождения, и поэтому мы с папой решили сделать тебе подарок. Сегодня ты едешь на перестрелку. Круто, перестрелка! За ним условием, без болевых ранений не возвращайся. Хорошо.
Пускай в вашей жизни будет один геймер, и это будем мы. Всем спасибо. Завтра команда «Гран Геймер» и Институт транспортных инженерных систем и техносферной безопасности. Ваши аплодисменты, конечно. И далее на нашу сцену рвется команда КВН «Без лишних слов» Институт строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Please.
будущем роддоме. Дорогая, можно я уйду? Я вписываюсь в обстановку. Девушка, вы последняя, когда я забываю? А я что говорю? Ты говорил, что ты похудеешь. А ты говорила, что ты просто чуть-чуть пополнела. И куда это нас привело? Извините, а можно мне только родить? Тут всех только родить. Так, вот ирония-то. А мне не нажать, я вас пропущу даже. Девушка, что за сайт, пойдемте ко мне. Да я не девушка, я просто пузатый. А я отличный мужик, ты чего угодно достану, пошли. Дорогие друзья, совсем недавно прошел конкурс Евровидения. На нем нашу страну представляла Полина Гагарина. Ну, мы считаем, что она так себе представитель, и, как это ни удивительно, любой из нас справился бы намного лучше. А сейчас мы вам это докажем. Мы начинаем Евровидение так, как это видит команда, без лишних слов. Участник всех черных списков караоке-баров в Сочи.
Все же была команда КВН без лишних слов. И эта команда благодарит студенческий театр эстрады Горковский и лично его художественного руководителя Симова Виктора Ивановича за поддержку и помощь в подготовке к игре. Кстати, он сейчас в зале. Давайте ему громко поаплодируем. Ну что ж, и последняя команда готова показать свое приветствие. Сегодня, да, готов? Итак, команда КВН «Емыми» под ваши аплодисменты. Самая ответственная игра. И я решил усилиться. Поэтому, ребята, пошли вам из команды. Миша, а когда один будешь выступать? А кто сказал, что я один? Ребята, поставь ты. А, смотри, вот, новые игры, вы новые, ну? Мне кажется, она в КВН вообще через постель попала. А я думал, тут все через постель. Меня вообще раздражает. Миш, ну ладно они, а что ты мне из команды вывел? О, потому что ты тупой. Хотя, если на вас посмотреть, у вас есть что-то общее. А что, про Скорпион? Не, он тоже тупой. Кто-то сказал самое лучшее его.
Ой, смотри, какая соска! Ага, пойдем купим. Еврей и цыган. О, здорово. Здорово. Козел часы украл. Козел опять из батарейки. Молодой человек, в полицию, что вы делаете? Ну и что? В смысле, ну что здесь нельзя, Бим? Ну и что ты мне сделаешь? У тебя даже пистолета нет. Девушка, здесь нельзя, это порожняя девушка. Знаете, финал и правда, очень хочу сфотографировать. Фотографируй нас, пожалуйста. Ну что ж, дорогие друзья, команда КВН Гемми, мы хотим счастья, добра, любви и хорошего хореографа. Thank you.
став сумма баллов за первый круг. Команда КВН «Без лишних слов» 21 балл. Команда КВН «ЕМИМИ» 24 балла. Команда КВН «ЕМИ» 19 баллов. Все, что были оценки за первый конкурс, и мы переходим в триатлон. Напоминаю, по 5 шуток каждая команда, начинаем. Что ты покажешь? Вы так решили, знаете? Ну ладно, давайте, команда КВН «ЕМИ». Сын директора рынка прогулял первый семестр, потому что ходил, смотрел, искал что-то получше. Вчера возле медколледжа вор выхватил у девушки сумку с серной кислотой и растворился в толпе. Карлсон стрижет газон спиной. Яйцеголовая девочка не красится на Пасху. Бобры в голодный год съели свой дом. Все, я так понимаю. Это была команда КВН «ЕМИ». Ваши аплодисменты. Переходим к 5-7 команды КВН «Без лишних слов». Любимая фраза шахматиста Каспарова. Очень радуется, когда на вопрос «Кто там?» отвечают 100 грамм. Ирония судьбы. Российский боксер и дагестанский боец подрались в парке дружбы народов. Шутка на внимательность. Невероятный, но факт. Пол Маккартни мужской. Вай-фай, каравай! Вай-фай, каравай! Кому хочешь, раздавай! Это была команда КВН «Без лишних слов», аплодисменты. И последний свой пять. Здесь читает команда КВН «ЕМИ». Матчис. Мальчик с очень большими ноздрями, говорят на кулаком. Человек, который очень рано научился разговаривать, сказал уже «Здравствуйте». Самый гибкий человек чихнул и сломал себе нос от колен. В Лас-Вегасе родители ставят непослушных детей на 8 красных.
Так, к сожалению, команда «Бетиш» неплохо. Команда «Бетиш» неплохо попадает в Аркадий Кокер с результатом 3 балла. Спасибо. Вот мы уже сейчас начинаем, конечно, представить «Бетиш» неплохо. Ну что ж, а теперь две команды «Бетиш» «Геймбойлер» и команда «Геймбойлер» сыграют сразу на спинку с жюри. Вы в этом неделе жюри сказали, что ребята должны приготовить сбору одному, можно даже по два вопроса. И кто начнет? Владимир Кашин. Ваш вопрос. Да, я первый. Всем привет, команда. Здравствуйте. Аплодисменты. Зрители, здравствуйте. Вот, меня... Да, я пришел с компан-сектором сегодня. У меня такой вопрос, я вот ехал сюда, мне сказали, Владов, пожалуйста, придумай, будет разбито, придумай вопрос. Вот, я не придумал, и у меня вопрос такой. Какой бы вопрос хотели задать вы? Команды думают. Если вдруг у кого-то из них уже появится свой ответ, там есть дуэльщики смешные, можете ответить, и мы будем рады. Спасибо. Лишнее, пожалуйста. Что ж, команды, пора бы ответить. Готов? Вот эти команды. Команда Геймовер отвечает. Геймовер, какой бы вопрос хотели бы задать вы? Все, да? Спасибо, Владимир Кашин, за ваш несколько вопрос. Все, что переходим дальше. Привет, друзья, давайте пошумим. Алибер Гасин, я предлагаю сыграть вам правду разбивку. То есть я говорю ответ, а вы придумаете вопрос. Поняли, да, принцип? Вот, ответ мой будет такой. Ненавижу мошек. Соответственно, вы должны придумать вопрос. Ты прям не ищешь легких путей, да? Так интересно. Ну, да, да, да. Все, готов вам вопрос задать. На ГБС, хочешь? Дай правильный ответ. А он говорит, я не готов ответить. Готов был задать вопрос. Точнее, да. Как-то ехал я в трамвае с открытым окном. И меня открылся рот, и... Ненавижу морж. Вот такая вот. Такая вот, да. Спасибо. Геймор. Задает вопрос, да, как ни странно. Почему ты красный, нервный и воняешь? Ненавижу, может. Спасибо, спасибо тебе, Лев, за этот ответ. Дальше, Дерман из Палаев, под ваш ответ. Привет! У меня не вопрос, а смешно продолжил песню надо. Готовы, да? А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Шок, сейчас я команда «Бетишки» слов, но они бы так успели сейчас. Единственный, кто порадовался этому вопросу, да? Пожалуйста, у вас такие голоса, что можете отпустить. Повторите, кто? Ем имеет. А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Только скинкряди смогут меня остановить. Хорошо, это отличная команда «Ем ждем ответа «Ем имеет». Готов, да? Можно, да? А голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Она петь.
комиссию банки Нижний Диалёк прошли. Спасибо. Так, товарищи, не задали свой вопрос, теперь ваш Олег Васильевич. Финал чемпионата мира по футболу 2018 года Россия-Бразилия. Да. Будет такой финал, Олег Васильевич. Где посмотреть, Олег Васильевич, финал Россия-Бразилия? И когда можете ответить? Давайте поаплодируем команду, что нас супер, как мы поймали. Думать. Еще можете поаплодировать, вообще. Может, сами у кого-то есть ответ? Нет? Есть, да, ответ? Ну, возьми микрофон, ответь вам сейчас. Одну секунду просто вам ответил. Давайте, я придумал шутку смешную. Давай, да. А где посмотреть Олегу Васильевичу финал чемпионата мира России в Бразилии? В раю. Спасибо. А вот такой вот, лишь сахарный. Ну что ты ушел? Готов ответить. Я выбить команду отвечаю. Давайте я повторю. Где посмотреть Олегу? Куда ты? Я задаю. Где посмотреть Олегу Васильевичу? Финал чемпионата мира Россия, Бразилия. Ну ладно, давай. Давай, смелее. Не дали девушке ответить про футбол, это и так смешно, да? Геймой, команда. А где посмотреть Олега Васильевича в финал чемпионата мира Россия в Бразилии? Ну, смотря на какую сумму он рассчитывает. Пожалуйста, я так работаю. Спасибо, команда Геймой, вы получили ответ. Есть еще. Айло, первый был ответ, нет? Где посмотреть Олега Васильевича в финал чемпионата мира Россия в Бразилии? Если вы за них играть будете, то шанс будет гораздо больше. Я потрачу их. Ну что ж, Илья Владимирович, ваш вопрос. Кто-то вот за этих моих любимых евреев, я сразу вспомнил о том, что англичане уходят не прощаясь, а евреи долго прощаются и не уходят. А что в этом случае делают евреи? Что делают твои вещи?
Прощай, уйдет с вокзала поезда. А ты куда? Поехали. Там такой песня первый. Дай я могу узнать вопрос, а вот тоже наш ответ. Ну да ладно. Вот там сейчас было смешно. Давайте послушаем, я имею команду. Что делает говорящий в этот момент? Что делают говорящие? Проходят набор. Почему бы и не смеялся? Ну да. Ну что ж, я так понимаю, разминка с жюри у нас сыграна, и жюри, наверное, уже может вывести из своих друзей, кто уходит с четырьмя баллами, а кто с пятью. Давайте группу поддержки, может, может повлиять как-то, да? Покричим, разрушим. Команда Юбиби. Победила команда Юбиби. И команда КВН «Евгений» 29 баллов. Ваши аплодисменты. Ну что ж, и третий заключительный конкурс нашего сегодняшнего финала. Это конкурс «Фристайл». Мы не стали вообще никак ограничивать нашей команды. Это может быть любой жанр, который им нравится, который они любят. Конкурс одной песни с тем, музыкальное домашнее задание. Все, что угодно на их вкус. Итак, первыми выйдут на сцену команды КВН Евгений. Будьте добры, пожалуйста, принесите нам микрофон из жюри. Из жюри, да? Да я не русский не могу. Спасибо, мой друзья. Тебе. Команда КВН Евгений. Девушка решила познакомить своего парня с родителями, и место выбрали не очень подходящее. Жарко. Баня. Какое место додумался выбрать? Не знаю. Ой, парень, все хорошо, тогда хорошо, парень, все баня. Господи. Все, тихо, соберись, они идут. Чистики, наверное, да?
друга в необычных ситуациях. И поэтому, если вы водолазка или нет, идите-ка вы в баню. Спасибо, Карпачевский. Thank you.
Для продолжения показа отправьте смс номер 937-9992. Хотели вам показать сложную ситуацию на Украине. А если серьезно, то мы очень счастливы играть в КВН. Спасибо жюри и зрителям. С вами была команда КВН «Гейм-Оут». Ваши знания.
Ладно, сделаем по-другому. Я сейчас на 10 минут выйду позвонить. В учебнике ответов нет. На 323 странице ответов нет. Ага, списывай. Не снимай. А я не шучу. Ну что такое? Что же за студенты? Ладно. Один вопрос и пятерку вам поставлю. Олег Васильевич, скажите, команда без лишних слов станет чемпионом лиги? Ну, как известно, молчание – знак согласия. Олег Васильевич Крутаченко, проектор по учебному воспитанию на работе по классу. Аплодисменты, друзья! Дорогие друзья, а что бы нам хотелось сказать напоследок? Учите уроки, ходите на пары, сдавайте сессию без лишних слов. Итак, Альберт Кастин, с вами.
Единственное, что я могу сказать, больше репетирую. И самое крутое, что я могу все сказать. Все, спасибо. Спасибо, крутые слова. Наверное, мы участника. Опытные команды. Спасибо, Олег. Председатель жюри. Бурлаченко Олег Васильевич. Я получил информацию, я буду ее помогать. Единственное, конечно, что хотелось бы зал пополнить, но это вопрос уже буду завтра разбирать, чем догма. А ребята, большое спасибо, молодцы. Молодцы. Олег Васильевич, можно вам вопрос? Вы выступали уже на этой сцене как товарищ? Нет, только как рокер. Спасибо, Олег Васильевич. Рамик Камедович, ваше мнение. Мое мнение, как бы, я в первый раз, в качестве члена жюри на КВН. Вот. Но я говорю, что уже поугрожал. Я думаю, я не буду этого делать. Мне понравилось качество последнее выступление, особенно Олег Васильевич здорово выступил, очень прокол приятно, здорово. И прям вспомнил, как момент все дело. Очень было весело. И если в таком темпе, то и помнится дальше, то, ну, наверное, нам будет немножко веселее, особенно вот преддверие экзамена. Успехов вам, сдачи экзамена. Спасибо большое. И Владимир Кашин, он за это отвечал. Давайте ему отдельный аплодисмент. Он сейчас игра была нормальная. Вот. Зала было, конечно, мало, но все люди, которые здесь, они хлопали. Давайте похлопаем еще раз команду. Команду похлопаем к залу. Давайте попробуем девчонки, которые играют в КВН, их сейчас три здесь стоят. Потому что мы девушек, которые очень сложно, поверьте мне. Да. И пользуюсь, можно рекламу такой сделать небольшую. Кто хочет юмора, 13 июня в креативном пространстве «Игра» будет стендап-концерт организации «Почти шоу», там ровно год. Приходите, будем рады, смешно, будет очень круто. Давайте похлопаем это. Чуть-чуть искали. Кому не хватило юмора здесь, можете пойти на концерт «Почти шоу», стендап. Один из резидентов именно у нас в зале. Ну что ж, все результаты у нас подведены, да, все подсчитано. И хотелось бы позвать Бурлаченко Олега Васильевича еще раз на эту сцену для оглашения результатов и награждения победителей и конечно выигравших и занявших второе и третье место. Скажем так. Под ваши аплодисменты. Так, ну, уже что хотел сказать, я сказал. Хорошо, что три команды осталось, а не четыре. То есть тройки призеров, они уже себе бронзовые медали обеспечили, или рядом не будет. Поэтому тем более приятно, то есть и вручать, но мы начнем. А игра была, как вы сами видели, очень ровная. Спасибо большое, Олег Васильевич, спасибо большое, Иван, дорогие зрители, которые нас отличают. Итак, многочисленных составов.